такой-то институт, такое-то, то-то, а я там в таком-то классе, ну, знаешь, всякое такое. Но сам факт. И в среднем, по крайней мере, моя главная проблема, мне кажется, кроется не в институтах, а в отношении людей к институтам, да? То есть я смотрю, как люди привыкли об этом думать, вот примерно, да, как история с медициной. Ты приходишь в институт, не, ладно, кстати, медицина, может, немножко другой случай, но в принципе, вот люди приходят в институт, они ходят 5 лет, они получают бумажку, да, они могут за это время прогулять половину пар, да, то есть у них нету такого серьезного отношения сильно к учебе.